Всем привет, с вами Кирилл, и сегодня мы играем в Hey Karaoke. Это игра про какое-то караоке, и тем более это какая-то китайская игра. Ну, она есть на русском языке, я решил ее и пройти. Давайте же начнем. Господи, ты чё, падла? Это история со времени, когда я ходила в страшную школу. Я был членом баскетбольного клуба, и, как обычно, после занятий в клубе, я тренировалась со своей хорошей подругой. Тот день после тренировки мы должны были идти в караоке. Все понятно. Все понятно. Можно... Так. Какая-то страшная. Давай тренироваться! Штрафные бруски. Давай. Идеально. Так, а что я должен? Я должен тоже взять мячик, да? Кидай мячик. Идеально, я кинул мячик. Можно взять мячик? Уай, меня бесит это. Ах ты ж падла. Падла. Он отбивается от кольца, бесит. Своими бросками. Да то я, то не долетает, то вообще отбивается от кольца. Я должен попасть, что ли? Нам уже пора идти. Эй, вы двое. Это тренер? Вы вообще смотрели на часы? Вам пора домой. Ой, блин. Я здесь приберусь, а ты иди собирайся. Лоадинг. Кто-нибудь тут есть? Ой, подожди, я не понял, что я взял. Так, использовать дезодорант. Переодеться. Взять сумку. Так, а где я? Я что, в бэкрумс попал? Я попал в бэкрумс, в закулисье. Так, как выйти? Что это? Какие-то диски. Очень интересно. Какие-то тапочки. Так, я не понимаю, что еще делать? А, надеть обувь. Все, до свидания, я ухожу. Можно выйти? Да вы мать, а что нельзя выйти-то? А. Все? Наконец-то. И 100 лет не прошло. А что на улице так лагает? Я не понял. Графика лагает. Все равно лагает. Ладно, все равно нормас. Потому что тут улица и графика такая. Так. Здесь на велосипед. А как да нажать? А как да-то нажать? А, вот как. Ну да, сесть на велосипед, да! Мышкой?
А, мышкой нажать. Ой. О, тут FPS поднялся. Мне эта игра напоминает. Так, вот. Как тут страшно. Стоит полиция. О, не туда? Караоке, да, мне туда надо ехать. Так, а куда? Да сраная загрузка. Потом у меня игра зависла. О, тут можно звонить. Машина, нифига. А! Твою мать, машина едет. Так, куда? Я точно туда завернул? Мне кажется, я завернул не туда. А! Твою мать, тетка! Спокой. А! Ты падла! Женщина, а что вы тут делаете? Женщина. Собаку, успокойте, я ее задавлю нахер. Все, я поехал, дебил. А где караоке-то? Я не понимаю, а где караоке? Чей-то дом, действительно. А, не туда ехать? Женщина, я поехал в караоке, поехал. Ну, здесь я играю за женщину, значит, поехал. А мне так не хочется туда ехать. Мне не хочется туда так ехать. Ну, блин, там туда стрёмно ехать. Ладно, я поеду. Да, блин, а! И загрузки-то бесит. Реально. Ой, я чуть не втаранился. Не, ну у нас почти что такие же дороги. Только по ночам никто по них не ездит. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ой. Ой. Алло. Извини. Меня задержал тренер. Тренер? Он мне не нравится, тренер этот. Так что, можешь начинать петь без меня. Ладно, но ты в порядке? Со мной все будет хорошо. Увидимся позже. Ее зовут Моэка. Тренер, он мне сразу не понравился. Он мне не нравится. Тренер, он дебил, похоже. А может, он педофил? Кто знает? Так, что, это караоке, да? Наверное, да, это караоке. Так, это караоке, наверное. Опять какие-то диски. Какой мужик страшный. Так, да. Это что? А, ну пацан просто пьет что-то. Так, сотрудница. Сотрудница караоке. Я прошу прощения. Господи, какая ты. Да. Мне нужна комната для двух сотрудников на 2 часа. Хорошо. Комната 12, как вашим услугам. Не стесняйтесь брать напитки из бара. Так, 22 не работает. О май. Да твою мать, бесишь. Нет. Не приближайся ко мне. Что случилось? Алло. Ты меня слышишь? Не. Не.
Ее что там, тренер? Да, зайти 12-ю комнату. Так, что это? Я что, реально петь могу? Ну да, например. Так. Что это у нас? Ну, спелый или фрукт. Давайте спелый фрукт выберем. Если... О, легким рыжим можно петь. Так, давайте попоем. Так, подожди, не понял. РФМ. Ага. Ага. Ф. Р. Там кто-то прошел. Там кто-то прошел. Амазон, так нормально. Как классно. Комбо уже 12. Опа, сложно уже, опа. Там опять кто-то ходит. Оп. У меня нос, как назло, зачесался, я не хочу проигрывать. Оп. Friday Night Funkin. Оп. Ёпар СТ. О! На! Говна! Какой там неизвестно, Пикачу, что ли? На! Я пропустил? Пропустил? Почему я пропускаю? Я не понял, кто там ходил. Я 4 пропуска, 3 год и кэти на китайском что-то так. Надо что-то выпить. Пойду возьму напиток из бара. Взять напиток. Что это такое? Как взять напиток? А. Ага, выйти. Что-то каждый раз. О, я. Вы идите дальше, идите. Я нашел себе работу. Так, что нам надо? Нам надо лёд? Нам нужно что-то, нам нужен сначала стакан, это логично, да? Так, давайте возьмем льда. Так, это кофе я не хочу. О. Ну-ка. Куда? Что это, кола, да? Красный цвет, значит, кола. А, да, вот кола и кола зеро. Да. Какая тут идеальная физика. Вода не протекает. Просто классный. Твою мать! Ты кто? Выпить хочешь? Сигарет у меня нет, я не курю. Я обосрался, так чё это? Так, ага. Чё? Стакан? Видимо, я уже принесла один. Ты не приносила ничего, падла. Ты ничего не приносила. Да, я хочу еще попеть. Я хочу спеть. О, как ты там захлебнула-то.
Так, ну давайте теперь рест. Это что такое? Не, фигня какая-то. Какой-то демон. Пойдет. Я режим, я включил легкий режим. Наверное, да, включил. Там опять кто-то ходит. Это что? Это нелегко, нифига! На! Я буду спамить! Оп! Да это не сложно! Это сложно! Выход! Ой, я могу громко сделать. Да всю громкость! Давайте то же самое демо, только на Иссе. Петь. Так, все, погнали. На. Какой красивый котик. Видно, что громко. На. Так. В смысле пропустил? Просто это как? Пропустил. На. Падла. Мне нравится этот котик. Котик красивый. Красивый котик. Идеальный кот. Да, я под меня глаз зачесался. На. Чесался глаз. Так, еще раз. Раз. Какой-то леопард идет. На. Прям такие не идеальные клавиши поставила. Поставили. Кто это такой трясет этими? Ой. Так, это где? Красивый кошак. Да, я прошел. 4 комбо. 4 комбо. Ура! Прям классный гитарист, я огромный, вообще кайф. Так, надо что-нибудь. Моя эко скоро будет. Ей. Нужно принести мне закусок. Чтоб мне заказать. Совершить песню. Так. Да. Я хотела бы что-то заказать. Хорошо. Что вы желаете? Пиццу, жареную курицу, тояки. Но если это китай, то давайте тояки. Поняла. Это займет 2-3 минуты. Вы девушка из 12 комнаты, верно? Это униформа ученица старшей школы, да? Кого? Откуда на это знать? Это та школа с этой караоке как-то связана, да? Так, выйти я не могу, да? Я могу еще спеть песню! Да, конечно! Погнали! Погнали! Давайте теперь вот это. Let's walk. Калибровка. Можно ICD включить. Наконец-то можно включить ICD.
Ой. Так. О, бомбомаш. Два. Ага. Да что, куда я нажал? Куда я нажал? Куда я нажимаю? Куда? Как? Не, я хочу закончить. Неудобно. Неудобно. Сиди, отключить. Это что такое? Петь. Это хрень в CD, оказывается. Неудобно нифига. Сейчас точно пойдет. Опять пропустил. Да что это такое? Что это такое? Да как? Не надо показывать свои ботинки. Инстаграм сейчас Опа. Опа. Да блин! Я все просрал! Ну как так-то? Говорю, кто там? Так не бывает. Ненавижу! Ненавижу! Ой, теперь комфортнее здесь, потому что никаких мужиков не видно. Никто тебя не пугает. Наконец-то я прошел. Да! Видели? Видели, какой я караоке, как умею петь? Я вообще умею петь! Я прям... умею петь мелодии, я прям вообще кайф. Ура! Ура, я спел песню. И да, еще не готова. Нужно им позвонить. Я пел бы тут бесконечное. Она не отвечает. Вы видели? Я сказала, она не отвечает. Пойду спрошу у нее лично. Так, проверить заказ у нас. Комната для персонала. А куда мне идти? Ее здесь нет. Может, она в комнате для персонала? Да ты что? Серьезно? Прошу прощения. Ничего не слышно. Попробуй войти. Никто не ожидал. Ч
Что там в Инстаграм, в ТикТоке классные, да, видос показывают? Ты не можешь просто так сюда заходить. Это комната только для сотрудников. Ты не умеешь считать? Что? Мой заказ не пришел. Там была еда, да? Действительно, нет, блин! Хаги-ваги с Алиэкспресса заказала. Она уже должна быть на твоем столе. Что хочешь сказать? Что это еще? Извините. Да пошла ты нахрен. Тупые вопросы задала. Там еда, да? Подожди. Ты падла! Что это было? Он вышел из моей комнаты. Я обосрался его. Так, что это? Картошка фри? Картошка фри? Это не что я заказывала. Этот парень что, один из сотрудников? Он дебил! Ладно, можно съесть. Пофиг, что это картошка. А вдруг он ее облизал, ее сначала специи облизал, а потом же это... Так, съесть. Да вдруг он туда харткнул! Вдруг он это... Харткнул туда. Картошки что-то есть. Действительно! Что? Адрес электронной почты? Мерзость. Пиши любое время. Что это? Дайте попеть! Неизвестная песня? Эйси мод я включил. Нифига я не включил ничего. А песню эту я уже играл. Эту песню я играл уже. Там кто... Не понял. Там кто-то ходит. Ну конечно, я забыл режим включить. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп, 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 хоп. Я вот так подставлю, чтобы смотреть, кто там ходит. Хоп, 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 хоп. Чего она там стала? Там кто-то реально ходит. Я на F нажимал это все это время, да? Кого? Кого? Вы видели что-то? Чего, мать? Что с телевизором? Телевизор! Что с тобой? Мойка? Алло, Мойка? Мира? Я не приду в караоке. Что случилось? Три точки. Эй, алло. Три точки. Все, Маэка обосралась. Маэка начала какать и не накакалась, потому что она захотела какать. Это логично. А. Что случилось с электричеством? Чего? Телефон. Там кто-то, что-то там... Это телефон Мойки. Что он здесь делает? Так. Там какой-то мужик, что ли, изображен? Сейчас еще найду какой-нибудь телефон. Может, рассмотрю. Ну да, там какой-то мужик. Я какой-то что-то там написал. Я не знаю, что-то на реку. Так. Так. Где-то должен еще телефон найти. Где-то он еще играет. Там реально какой-то мужик, вон видно даже. Твою мать! Так почему? Майка, что случилось? Почему? Покачину! Ты не помогла мне.
Я только раз тебе звонила. Это слишком поздно. Ты дура. Идеально она исчезла. Просто идеально. Зайти в комнату. Зайти в караоке комнату. Твою мать! Я обосрался. Фу, слава богу, это был сон. Ох, как долго я была в отключке. Прости меня, Мира. Ломайка. Фотографию, которую я тебе отправила, он заметил это. Прошу, беги оттуда. Он идет к тебе. Фотография. Что за фотография? Не сбрасывают. Ну ничего. Чувствую себя не очень. Нужно сходить в уборную. Нахер тебе в уборную идти. Нужно избегать. Я не пойду в уборную. Я не пойду в уборную. Уборная не в этом направлении. Идеально просто. Тогда. Ну, тогда пойду в уборную. Что такого? Так. Нина. Чё ты обкакалась от страха? Как я тебя... А какую фотографию она мне говорила? Она и правда отправила мне это фото? Я ж говорю про этого дебила. Что это? Что это? Тренер? Может ли... Не может это ли это быть? Нужно позвонить Мойке. Давайте опять. Она не отвечает. Она не отвечает, да? Нет, она... Она взяла трубку. Ну конечно. Она не отвечает. Почему нет? Что мне делать? Комната для персонала заперта. О, свет. А свет и был уже, да? Ее снова здесь нет. Закрыто все. Дофига дисков. Дверь закрыта КамАЗом. Что мне делать? Идти в комнату персонала? Да. Блин, я всегда путаю про Enter. Камера наблюдения. Так, КамАЗ-07. КамАЗ-07. Это что, тренер? Тренер здесь. Нужно вызвать полицию. Полиция сказали, что они придут через 4 минуты. Пока мне нужно где-то спрятаться. Мне нужно чтоб красться. По видимости, врагом громкими шагами. Вон там. Твою мать. Ну, а вот
Он рядом. У-ху-ху. А это птичка. Я пушинка. Я пушинка. Не трогайте меня. Пожалуйста, не увидь меня, пожалуйста. Блин, было классно, чтобы он еще нас через микрофон слышал. Иди ты нахер. Пожалуйста, 2 минутки. Две минутки прожить. Минута. Минута, бляха-муха. Минута, бляха-муха. Заколебал там бормочать. Ты чё там, блин, влог снимаешь? Там чё, влог снимаешь? Ты пошёл там... Тупой тренер. Тупой тренер, тупой тренер, тупой тренер. Давай, бляха, минутка. 50 минут, 60 секунд. 60 секунд. Проживи ты 50 секунд, ну ты ёб твою мать-то. 45, 46, 47, совсем немножечко.